Итак, всем привет, это 18-я серия прохождения игры Warriors Orochi, компания Nobunaga Oda. В этой серии мы будем проходить главу 3X. Далее. У нас пойдет, кстати, не показал вам, у нас пойдет бабья команда. Вот Сяо Цао, это просто чудо какое-то, просто маленькая, ну удаленькая, блин. Сейчас я покажу. Она просто всех разбирает. У нее настолько классная атака есть. Биксонは ソンゴの将の中でも オロチに従属することを潔しとしない将を集め オロチに抵抗していた. それに対しオロチは九州である孫策を討伐に差し向けた. 孫策に敗れた陸孫軍は散り散りとなった. オロチは陸孫に対する追撃の手を緩めず リクソンはついに可否城に追い詰められ孤立してしまう。織田信長はオロチに抗う者を集めるべくリクソン救援の軍を派遣した. Итак, по сути, глава нам предстоит не так, чтобы уж очень сложная, но довольно-таки сложно. То есть вот у нас есть этот Лю Сюнь, который заперт в крепости. Он... Его надо, во-первых, спасти, во-вторых, он побежит к лагерю. То есть надо расчистить ему путь, чтобы он побежал к лагерю. Но самая интересная задача заключается в том, что нужно убить всех полководцев до того, как он достигнет лагеря. То есть его... я читал на форумах, где-то говорят, что его надо сопроводить в лагерь, и тогда он присягает. Ни хрена подобного. То есть нужно убить именно до того, как он сам добежит до лагеря. Иначе он вступит в бой и решит, что как бы не нуждается в нашей помощи. А так он скажет, что «О, ты великий воин, я хочу с тобой идти». Так что вот мы сейчас этим и займемся. Немножко я поиграл вот за эту опу. Тихо. Оу. Как ты поганка. Да? Похоже, не все. Нет, все, вон он, болеюсь. Да не волнуйся. Так, на... На базы в этом прохождении обращать внимания не будем. Нам важны только полководцы. Базы нам совершенно не важны. Так, и сейчас я вам покажу... О, так, да? Беги сюда, беги. Хай-хай! Иди сюда. И вот у нее атака, блин. Она просто как терминатор. Никто против нее не устоит, против этой атаки вообще. Иди сюда. Так. Все. Шел. До свидания. Так, теперь нам надо выпилить вот этих троих. Дружбанов. Так. Так, командир базы нам не нужен. Где тут еще кто? Здесь можно вообще никого нет. Больше не,
не использовать, но уж я не буду зацикливаться. Иди сюда. Ты Вэй, а мы не любим Вэйев. Терем, 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 терем. Так. И вот у него ее еще. Какая атака есть. То есть вообще, вот этот боец, это просто жуткий боец. Так, идем на помощь этому. Еще как? То есть, хотите верьте, хотите нет, но эта баба будет мейном. Она пойдет в основном. Посмотрите, что она творит просто. И это она еще не прокачанная. Иди сюда. Ну. Все? Вроде как больше нет, да? Ну-ка. Да, осталось только двое и командир базы. Так, бегем, бегем. Здесь еще есть полководцы. Ау, это не то. Где ты? Вот. Так, он еще есть где. Готов? Готов. Так, ты там что у нас делаешь? Почему ты... Почему ты не бежишь в лагерь? Ну, может, ты в лагерь побежишь? Конечно. Конечно. Так, заключен союз, это хорошо. Сейчас он побежит куда-нибудь. А как тут выйти? Блин, как тут выйти, ё-моё? А, вон как. Во-во-во-во-во-во. Текшюка, гонжинно мамори у катамеро. Конечно. Унашки икса. Ёмотте шей. Ты тут один, что ли? Все, ушел. И убежали все. No. Нет, не убежали, смотри-ка. Вот и все, он приносит клятву. То есть его не надо до лагеря сопровождать. Во всех гайдах ошибка.
Окей. Вот такая вот глава. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Пока.